Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardreset Info, перед нами Oppo Reno 10X Zoom. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве включить или выключить фонарик. Для этого мы свайпаем по нашему экрану вниз. Свайпаем еще разок и видим здесь пункт, который называется фонарик. Он у вас 100% где-то здесь будет. В крайнем случае нажимаем на вот этот вот пункт и здесь сможем себе добавить наш фонарик. Я же нажимаю на него, если он горит зеленым цветом, значит фонарик светит. Если сделать его белым, значит фонарик отключается. Больше видео об этом устройстве смотрите у нас на канале. Подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.